Здрасте. Еще раз. Собственно, мы в другой операционной. Мы так будем меняться, и вмешательства у нас тоже будут разные. И дабы не затягивать однотипные вмешательства, мы их так будем чередовать. Здесь у нас пациентка на эндоскопическое лигирование вен пищевода по поводу варикозного расширения, соответственно, вен пищевода на фоне цирроза печени. Здесь смешанная алиментарная вирусная этиология. Ну и, собственно, так как сказал Кирилл Вячеславович, уже у нас сегодня есть генеральный спонсор компании Endostars. Также мы сегодня здесь будем демонстрировать новый эндоскопический лигатор от этой же компании. Собственно, хорошо, как говорится, производить новые продукты, когда уже были некие первичные продукты на рынке. До этого ты можешь взять все самое от них прекрасное и замечательное, и это использовать, собственно, при производстве своего. Что, собственно, сделала прекрасная компания Endostars, выпуская свои новые устройства, которого раньше не было. Вот сейчас оно появилось на рынке. Собственно, это эндоскопический лигатор. В чем его особенность? Система доставки достаточно стандартная, с использованием длинной лигатуры. В чем особенности самого лигирующего устройства? Собственно, использована технология, такая улучшающая визуализацию, то есть сейчас потом на аппарате это будет лучше видно. Если обратить внимание на колпачок, он очень хорошо видно, что он прозрачный. При этом кольца, они немножко смещены проксимально, то есть таким образом, что они не будут закрывать на длительном протяжении поле зрения, и это действительно очень удобно. Ну, собственно, как мы договаривались, мы сначала продемонстрируем процесс сбора самого лигатора, потому что на самом деле является очень важным моментом и во многом определяет успех самого мероприятия. Так, это нам не нужно. Собственно, что мы делаем первым делом? Да? Во-первых, то есть мы берем само устройство, которым будет осуществляться сброс колец. И на самом деле мы приблизительно знаем, как его правильно устанавливать не конкретно на этот эндоскоп, но эндоскопы у всех разные, поэтому в любом случае это можно всегда заранее проверить. Соответственно, первым делом, что мы пробуем сделать? Мы поснимаем биопсийный клапан, дальше устанавливаем устройство и смотрим, насколько плотно оно устанавливается в канал. На самом деле мы знаем, что на эндоскопы Олимп стандартной серии это устройство встает очень плотно. Да, оно не требует дополнительной фиксации, поэтому любезно предоставляемые в комплекте клапаны для переходники, они на самом деле в данной ситуации нам не нужны, вы их можете использовать в дальнейшем просто как одноразовые прекрасные клапаны. Дальше, собственно, используем специальное доставочное устройство, оно двухстороннее, не принципиально, какой стороной первично вы его используете, для того, чтобы провести лигирующее устройство. Соответственно, если обратить внимание на установленную уже систему, мы ее устанавливаем таким образом, чтобы вращающий винт был на той же стороне, где винты эндоскопа. И здесь есть такая мембрана, наверное, ее не очень будет хорошо видно, но неважно, поверьте, она есть, через которую, собственно, которая работает сама как клапан, мы проводим доставочное устройство. Таким образом, чтобы оно вышло через дистальный край эндоскопа, часть эндоскопа, сейчас мы ее там будем лицезреть. Естественно, стараемся использовать по возможности всегда эндоскопы все-таки операционные, то есть дополнительным каналом для омывания оптики, что очень удобно при любом оперативном вмешательстве. Вот, мы видим, как из дистального края появился крючок. Дальше, собственно, берем этот крючок и за него зацепляем веревку доставочного самого лигирующего устройства. Ну и, собственно, проводим все в обратном порядке. До того момента, когда непосредственно сам этот узелок у нас появится здесь. Из каких-то нюансов не стоит его доставать очень далеко, потому что потом, чтобы плотнее его намотать, да, это будет неудобно. После этого его снимаем, находим, то есть, сейчас, секундочку, немножко, это можно уже убрать, да, то есть, понимаем, что у нас рабочая позиция аппарата будет такая, и удобнее всегда от себя, да, вращая лигатор, сбрасывать. Соответственно, таким же образом мы крепим, здесь есть специальная прорезь, мы в нее заводим этот узелок, да, и протягиваем лигирующее устройство. Он плотно фиксируется.
Да, чуть-чуть прижмем, чтобы нитка также у нас плотно фиксировалась. После чего, соответственно, доводим уже непосредственно до дистального конца эндоскопа, таким образом, чтобы само лигирующее устройство располагалось максимально близко. И вот здесь вот очень важный на самом деле момент. Дело в том, что для того, чтобы лигирующее устройство было расположено правильно, здесь можно включить эндоскопическую картинку частично, да, то есть мы первым делом должны спозиционировать правильным, без света его хорошо видно, и дальше плотно до конца надеваем само лигирующее устройство. Если мы надели его правильно и надели его до конца, как положено, то на эндоскопическом изображении, которое здесь сейчас, собственно, тоже видите, мы видим два кольца. Да? То есть не больше, но часть может быть иногда третья. Вот тут немножко зависит от модели эндоскопа и от расположения камер на нем. С этого момента все, устройство у нас готово. Да? Мы, по сути дела, можем приступать к процедуре. Но есть одна очень важная вещь, без которой к процедуре мы приступать ни в коем случае не должны. Она такой рояль в кустах. Вещь вот эта. Это зонд Блэкмора. Любой модели, какой у вас есть. Дело в том, что ни одно лигирование, вот имея, вот не имея на полочке у себя зонда Блэкмора, мы не начинаем. Потому что любое лигирование может закончиться установкой зонда Блэкмора. Поэтому, ну, надеемся, сегодня не потребуется, но лежать у нас должен всегда. Ну, собственно, можем переходить уже к эндоскопическому вмешательству. Проверяем фиксацию лигирующего устройства в процессе установки. Оно там, может быть, несколько у нас могло ослабиться. Собственно, видим, как установлены нити на аллигаторе. При этом проверяем... Вот, собственно, сейчас у нас начнется анестезия. Все вмешательства по лигированию выполняются под внутривенной анестезией. Собственно, потому что без анестезии мы принципиально их также не выполняем, в связи с тем, что все-таки вмешательство может быть не всегда, на первый взгляд, как может показаться, простым и безобидным, может быть очень даже иногда обидным. И лучше иметь хорошую возможность анестезии. И в случае необходимости анестезиологи всегда готовы для выполнения интубации в случае возникновения как раз кровотечений, да, а в том для дальнейшей какой-то их остановки все-таки зонда опять того же самого Блэкмора. Собственно, в процессе сбрасывания колец можете обратить внимание, что вот это положение нити иногда может смещаться, однако дело в том, что очень важно расположение в самом начале для правильной хорошей визуализации, потому что если когда на них образуется какие-то капли крови, слюны или еще что-то, они скрадывают свет, автоматически начинает светокоррекция нашего эндоскопа, и таким образом темно и плохо видно. А в целом визуализация, да, мы видим, что два кольца дистальных, они не суживают сильно поле зрения, сама дистальная часть колпачка очень прозрачная, поэтому визуализация, собственно, очень хорошая. Ну, я, собственно, жду команды от наших анестезиологов. Мы не углублялись, пока, собственно, не собрали аллигатор. Вот. Очень важным моментом является проведение, на самом деле, аппарата с лигирующим устройством непосредственно в области глотки, потому что как раз этот момент бывает достаточно сложным. Все-таки колпачок, он не мягкий, как для диссекции, да, можем. Он жесткий, соответственно, он несколько удлиняет все-таки изгибаемую часть. Соответственно, таким образом всегда стараемся делать это максимально аккуратно. Мы видим, кстати, загубник того же цвета. Вот, очень такой приятный, солнечный, как все у нас сегодня здесь. И в Москве, кстати, солнышко сегодня. Соответственно, также должны понимать тот момент, что пациенты, с которыми мы в данной ситуации работаем, они все обычно с низким уровнем тромбоцитов, с нарушением, соответственно, свертывающей системы крови, в связи с чем также вот этот момент проведения, он должен быть, ну, здесь, как говорится, спасибо нашим анестезиологам. Вот, была прекрасная седация, пациентка нормально перенесла проведение аппарата.
Моменты аспирации всегда очень аккуратны должны быть при лигировании, по той причине, потому что это лигирующий колпачок, он подразумевает всасывание в себя. Поэтому прежде чем аспирировать ту же самую слюну или что какое-то содержимое чего-то, мы вот так разбавляем водой, поливая из замывающего устройства. Ну и дальше, собственно, проводим осмотр. Мы видим, что измененные вены начинаются у нас, по сути дела, уже где-то на 26-27 сантиметрах. Постепенно, как всегда, увеличиваясь в диаметре к дистальному отделу. Сильно мы здесь не инсуфлируем, потому что нам как раз задача без активной инсуфляции, да, понять размер вены, наиболее выраженные вариксы. Да, таким образом доходим до кардии, проходим в желудок. Ну и вот здесь вот в данной ситуации, видите, видно, что одна из вен располагается непосредственно уже в области кардии. Да, собственно, с нее же мы будем начинать. Лигирующее устройство латексного резинового типа, то есть кольца, которые не лигирующие лигатуры специальным колпачком, такого образа, они приспособлены для лигирования вен пищевода и кардии. Лигирование вен в области дна желудка таким образом, такими устройствами не рекомендуется. Ну, собственно, это не я аспирировал, это пациентка сама у нас немного кашлянула, тем самым помогла мне выбрать первую зону для лигирования. Ну, как видим, собственно, я этим воспользовался. Дело в том, что если попадает какая-нибудь вена, и вы уже начинаете лигировать, и она аспирируется в колпачок, тут же желательно лигировать. Потому что, как видим, при аспирации, конечно, она повреждается, и лигирующее кольцо тут же начинает выполнять гемостатический эффект. Оно, видимо, больше принадлежало вот к этой несущей вене, не к этой. Несмотря на то, что это достаточно близко и рядом, мы, наверное, следующую выберем эту. Очень важно при аспирации добиться так называемого red spot, красного пятна, то есть полного заполнения колпачка, после чего мы подаем дополнительную инсуфляцию и, вернее, сбрасываем лигирующее кольцо, и уже после сбрасывания кольца мы подаем газ и немножко подтягиваем аппарат на себя, тем самым высвобождая лигированную вену. Мы видим, что захват достаточно большой, да, то есть подтягивается слизистая вокруг, вариксы и грибочки, как их многие называют, да, то есть они достаточно тоже большие образуются. Таким образом, мы стараемся несколько отступать от одной лигированной зоны до другой. Я, к сожалению, на момент аспирации не могу долго чего-то рассказывать, потому что как только мы аспирируем полностью кольцо, мы тут же его, соответственно, сбрасываем. Дальше, собственно, продолжаем в том же духе, в том же направлении. Получили красное пятно, сбросили лигирующее кольцо. Лигирующие кольца все желтого цвета, кроме предпоследнего. Для чего это сделано? Это сделано для безопасности. Я, на самом деле, очень не люблю сбрасывать последнее кольцо, потому что это кольцо безопасности. Если что-то вдруг пошло не так, да, и кольцо там плохо легло или плохо сбросилось, то таким образом последующее может помочь быстро исправить данную ситуацию. Если же последнее кольцо у нас слетело и как-то плохо легло, то в таком варианте у нас уже нету запасного устройства, мы должны экстренно брать другой лигатор, заряжать, тем самым теряя время. Да, ну вот смотрите, мы достаточно хорошо, видимо, попали на перфоранты, потому что после лигирования еще первых двух даже колец, а не трех, проксимальные вены, мы видим, достаточно хорошо спались, да, тем самым они не наполняются, значит, мы неплохо попали на перфоранты и попали на те вены, которые приносили кровь к расширенным проксимальной. Поэтому сейчас так хорошо оценим, нужно ли нам что-то еще. Ну, наверное, да, вот эта зона справа дополнительно просится. Но, как видим, да, то есть это приблизительно на том же направлении, что было вот это кольцо. Поэтому мы сначала чуть где-нибудь ближе к нему выберем противоположную стенку, дабы схватило слизистый, чтобы как следует аспирироваться. Мы видим, что позиция не самая удобная, но то есть добиться полной аспирации можно иногда чуть малым винтом здесь. Ну, я думаю, да, будет достаточно. Так, да, все-таки да, это, такого объема в целом достаточно, хотя он не полный. Видим, чем проксимальнее, тем хуже полностью аспирируются уже вены. Ну и, наверное, вот проксимально здесь профилактически тоже эти как раз те самые, где-то мы на 30 сантиметрах, не доходя
Мы помним, что основное расширение было, собственно, где-то с 26. Вот, собственно, полностью аспирированное. Все пытался дойти. Вот, это предпоследнее кольцо. Да, то есть это шестое кольцо, всего их 7 в лигирующем устройстве. Оно по характеристикам абсолютно такое же, как желтое, отличается только цветом. Ну и, собственно, во-первых, с учетом того, что мы уже высоко и больше расширенных вен, ну вот тут незначительно такое мы не видим. И плюс, как я и говорил, последнее кольцо мы стараемся заведомо не сбрасывать. Если раньше расширение у нас начиналось на 26, то вот это последнее кольцо, оно где-то на 32, да, и проксимальнее. Таких расширенных вен мы уже не видим. Значит, собственно, приносящие вены были лигированы. Контролируем, что на данный момент мы видим, кровотечения нет. Естественно, мы ни в коем случае не ходим мимо лигированных зон, да, потому что это опасно, мы можем сбить лигаторы. Вот, и, соответственно, таким образом это дело лишний раз не контролируем. Мы видим, что поступления крови на данный момент нет, значит, снизу тоже все хорошо. К вопросу тактики никаких контрольных исследований в ближайшие дни пациентки не планируется. До завтра полный голод, только пьет жидкости, соответственно. И ближайшую гастроскопию рекомендуется выполнять не раньше, чем через месяц, когда уже точно все лигаторы будут отторжены. Но, как показывает практика повторных пересмотров пациентов с кровотечением или еще что-то, отторгаются они обычно уже где-то к третьим суткам. Но все-таки классически считается, что как минимум неделю до этого должно пройти, ну и чтобы сформировался какой-то хороший рубцовый струп. Ну, собственно, вот такое вот недлительное вмешательство. Мы можем, наверное, постепенно с маленьким опять перерывом на переход в другую операционную вернуться к Кириллу Вячеславовичу. А здесь менять пациента, и следующий пациент, по-моему, тоже как раз будет с эхолазией. Спасибо большое за внимание. Пишите вопросы, пожалуйста, в комментариях, на сайте. Потому что просто так о чем-то рассказывать достаточно сложно. Мы с удовольствием будем отвечать на вопросы и задавать тему рассказов. У нас целый день впереди. Спасибо.